Президент Рустам Миниханов сегодня встретился с консультантом по сохранению природного наследия Международного союза охраны природы Калевым Сепом. Обсудили вопросы экспертной оценки острова Градосвияжск. Говорили о проблемах обеспечения сохранности архитектурного и культурного наследия. Вот, впрочем, знакомство гостя прошло не только на словах. Сегодня он вместе с государственным советником Ментимером Шаймиевым осмотрел древний город Болгар. Эксперты продемонстрировали памятный знак, восточный мавзолей, ханский дворец и другие строения. Но все же в центре внимания консультанта Свияжск, поскольку он, в отличие от Болгар, заявлен в ЮНЕСКО не просто как историко-культурный, но и ландшафтный комплекс. Вчера эксперт осмотрел его детально, а сегодня облетел на вертолете. У нас есть 7-я критерия – это уникальность объекта, уникальность ландшафта. Уникальность культурного ландшафта. Это самый главный критерий. Эти места, они должны быть настолько уникальными, они должны представлять всемирную выдающуюся ценность. Да, выдающуюся ценность. Красивых мест, локально, может, даже и большого пространства, они есть. Но надо их суметь сравнивать с тем, что есть уже в мире, что изучено, что представлено, что признано. И вот на этом фоне найти то отличие, ту ценность, какую она представляет для того, чтобы его обеспечить сохранность и для настоящих и будущих поколений,